Всем золотого огня, друзья, с вами я, Азе, и сегодня мы будем посмотреть пародию на Face Юморист от Четкого Паца. Я думаю, как всегда будет, во-первых, хороший клип, во-вторых, качественный звук, в-третьих, будет весело и какая-нибудь разведочка будет. Ну что, не будем рассусоливать и давайте приступим к просмотру фильма, клипа, видео, короче, вы поняли. Я гоняю в поло, с собой банка колы, чисто для прикола, эй, ола, 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 я гоняю. Ну чё, давайте начнем смотреть. Чёткий паца. Бит пока что хороший, хорошо идем. Надувной банан Петрович. А, это типа прошлое. Так, реклама. А шоу, типа, блин. Вот единственное, что мне нравится, что копаться, это Дашотик. Ничего не могу сказать. НВТ 152. Кто это знает? Банан! Пробки и в двойной тариф я обладаю, владаю. Навигатор отключил, грибу бабло лопатаю. Ёлки-палки, мигалки, ну-ка пограем догонялки. Ни хрена себе рванул. Это как тогда? И пофиг, шо бенз дорогий, у меня тачка на газу. Но я хлопну дверью, то скупу пускаю, я слезу. Извини за освещение, просто уже вечер, а у меня только люстра. Больше ничего нет. Ну-ка встал и выжил. А может ты зробить, будь ласка, музыку тише? Ненавижу таких фифок, я не, просто не могу. Ой, мой тернист, тист. Я не тист. А, таксист уже. Больше, якщо ты турист. Даже круче, чем маршрутчик. Я хозяин цього міста. Коврики почистив. Хозяин города. Назувайтесь быстро. Ой, мой тернист, я таксист. Втричі платиш більше, якщо ти турист. Турист. Даже круче, чем маршрутчик. Я хозяин цього міста. Ой, шалуна. Коврики почистив, тільки разувайтесь быстро. Хочешь выиграть 70 тысяч долларов в турнире «Игры престолов» из «Пари матч»? Убирай один на сайте, роби ставки на «Гру престолов», або на спорт та чекай підсумки в тижні. «Пари матч» – грають вони, перемагаєш ти. Посилання в описі. Привет. Он его ща выкинет. Останний час таксистов развелось багато шота. Но самый лучший сервис тільки у Ашота. И выслухать у всех нелегкая работа. Сейчас бы арбузы поесть, серьезно. Но здесь еще нет. Я не спал. Я таксую с прошлой ночи. Побудь пассажиром хоть разочек я хочу. Эй, куда ты прешь, баран? Козел! Ой, немножко очень рабочий обочин. Ух, помилуй отче. Бедный батюшка. Я таксист. Встречи платишь больше. Блин, шаухи захотелось. Надо в город ехать. Коврики почистив, тільки разувайтесь быстро. Будь мой тернист, я таксист. Втричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче, чем маршрутчик, я хозяин цього міста. Коврики почистив, тільки разувайтесь быстро. Все, кобза Ашотику. Будь мой тернист, я таксист. Втричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче, чем маршрутчик, я хозяин цього міста. Коврики почистив, тільки разувайтесь быстро. Все, хана ему. Чё, серьезно, пепел под мышками мажет? Типа Кинг-Конг, да? Я тоже так могу. Больно. Ладно, не буду. Такой довольно личико. О, бита. Я помню, мне на день рождения подарили биту. Написано на ней. Выбиваю долги. Спасибо, кстати, девочкам. Привет. Матери, кабанчику, Никите, Ване, Мише, Дане Голубеву, Диме Новгородову и Ане. И, по-моему, Мише Журавлеву, если я не ответил, тоже всем привет. С другого конца, с другой стороны, короче. Помятаешь. Так, я пропустил. Чё, сейчас будет? Не помятаешь. Меня штырит. Як швидко ты меня забыл. И чё? Банан! Банан!
Серйозно, банан? Насправді я не помер. Я не мав. Я інсценіював свою смерть, щоб більше ніколи не бачити тебе, Ашот. Так, так, ти все правильно почув. Поняв. А як ти думав? Ти використовував мене для власної наживи. Принизливо катаючи на мені дівчонок. Ринь-ринь еврідей. І заробляв на мені гроші. Чому ні? Ти правий. Я вів себе жахливо, не по-дружньому. Але я давно все усвідомив, бананчик. Повір, я завжди думав про тебе. І навіть у найважчі хвилини життя ти завжди був поруч. Та спина. Красиві. Я розумію, ти мене ніколи не пробачиш. Але знай, я вважав, вважаю і буду і вважати буду вважати тебе своїм кращим другом. Ти знаєш, тишина, жодна тишина, людина слушай. Не можна пробачити таке. Але ж я не людина, і тому я тебе пробачаю. Типа, люди такое не прощают, это перевод для тех, кто не знает украинский. А я ж говорит, банан. Банан говорит, короче, я ж не люди. То есть ты хочешь сказать, аккуратно, что микрофон. Твой друг, банан говорит, надувной короче, банан, потом. Которого застрелили, вас правильно. Надел человеческую все правильно, нет вопросов, да, и все правильно. Террориста решил тебе отомстить? Да, да, все правильно, ну, подметила. Да, все таки было. Я б тобі фотку показав, але я там погано получився. Ну, давай, пока. Слышь, ти не обіжаєш, шотика, я зараз своїх друганов позову тебе, там это. Нахрен пошлю, да. Я ж кажу, погано получився. Глазки закрив. Ого, яка в тебе тачка, слухай, крута. Хочеш таку саму? Ну, не відмовиш. Ну, сорок. We'll be right back.